lieber Augustin, 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 oh, lieber Augustin, alles ist hin. Geld ist hin, Gott ist hin, Mut ist hin, Stock ist hin, oh, lieber Приветствую, уважаемые пилоты, с вами Изидыч. В данном обзоре, учитывая ваши пожелания, мы затронули легендарный самолет знаменитого авиаконструктора Сергея Владимировича Ильюшина. Тяжелый штурмовик Л-2, который был спроектирован и запущен в производство до начала Великой Отечественной войны. В боях он показал высокую эффективность по уничтожению вражеской пехоты, а также легкой бронетехники. Немецкие солдаты прозвали его «мясорубка». Но были выявлены и неприятные детали. Например, пушечное вооружение ИЛА было неэффективно против средних и тем более тяжелых танков. Средние танки можно было подбить, разве что при прямом попадании ракет РС-82, ну а тяжелые с помощью бомб ФАБ-100. В итоге изменили тактику боя на советском штурмовике. Например, взрыватели бомб сделали мгновенными. Перейдем от слов к практике. Существует определенная система бомбометания, но я использую свою схему на глаз. На колонну захожу сзади, угол пикирования в районе 30 градусов, и как только до земли остается 350 метров, постепенно выравниваю машину и при этом кидаю бомбы в момент, когда перед носом самолета проезжает техника. Это примерное описание. В любом случае немного практики, и вы будете делать это лучше меня. Как вы видели, падение ракет рядом с танком не принесло результата, поэтому я сейчас попробую сделать прямое попадание ракетой. Лично я не могу похвастаться выдающимся результатом по количеству уничтоженной техники за вылет, без применения пушек. Хотя подвесное вооружение очень даже приличное. Самый солидный вариант – это 4 бомбы по 100 кг и 8 ракет РС-132. А теперь я хочу рассказать и о другой стороне второго ИЛА. Хоть это и тяжелый штурмовик, но фору может дать любому истребителю на своем ранге в виражном бою. Помимо мощных 23-мм пушек, самолет обладает превосходным временем выполнения виража, а также отличными закрылками и прочной конструкцией. Между прочим, пилоты Люфтваффе тоже по-своему прозвали ИЛ «бетонный самолет». Во время пикирования на ИЛы немцы пытались попасть в пилота или двигатель. На тот момент для них это был самый простой способ сбить наш летающий танк. Вот интересная ситуация, как мне показалось, немец летел по мою душу. Но не тут-то было. Оказывается, есть задачи и поважнее, например, уничтожение ПВО. Такое наплевательское отношение к Л-2 штурмовику действительно ввергло в шок. Не дал пограбить бота, так еще и не видит в нас опасности. Нет, стоп, все-таки он развернулся, чтобы принять бой. Мужик. Стой, 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 ты куда? Он снова это сделал. Пользуясь случаем, хочу передать привет Коле 121 и предложить ему сменить самолет, но точно не на истребитель. Дорогие зрители, если вы выбрали определенный класс авиации, соответствуйте ему. Ну а теперь давайте посмотрим на более серьезные ситуации. Мы обнаруживаем F-6F и принимаем бой. В лобовую не идем, несмотря на наше мощное вооружение, уходим наверх и смотрим за действиями противника. У врага меньше энергии, и это видно. Мы накопили скорость благодаря долгому полету по прямой. Далее мы сбрасываем тягу до половины, выпускаем закрылки до посадки, благодаря чему нос нашего самолета немножечко падает вперед, после чего сразу убираем и атакуем противника. Готово. В атаках на проходе целиться несложно. Конечно же, крен ИЛА второго уступает многим истребителям, но для штурмовика вполне хорош. Одно из главных его преимуществ в другом, а именно рулях высоты. Стоит вам потянуть ручку на себя, и самолет делает резкий вираж. Верхний ее, или скажем, боевой разворот, выполняется очень быстро. И да, кстати, ленты я использую универсальные, как для пулеметов, так и для пушек. И этого мне вполне достаточно. А сейчас проведем дуэль против противника, у которого преимущество как по высоте, так и по скорости. Противник каким-то чудом пролетел ракетный шквал и завязался виражный бой.
На данный момент я ухожу вниз, чтобы добрать энергию, и постепенно поворачиваю самолет в сторону противника. Вижу, что P-400 снова идет на меня, и размениваю накопленную энергию на вертикальный маневр. Закрылки более не использую, чтобы поднабрать скорости. Вижу, что враг тянется вверх, и поэтому не заканчиваю петлю, а вытягиваю нос вверх и выпускаю закрылки в бой, чтобы немножко помочь себе. Пробую атаковать на этом проходе. Еще раз убедился, что самолет отличный. А теперь пройдемся по мелким деталям. Ил-2 редко перегревается, форсаж можете не выключать. Борьба за высоту на Ил-2 штурмовике бессмысленна. Выше 2500 метров ничего интересного вы не найдете. При пикировании на скорости 650 км в час самолет изрядно трясет, поэтому соколиный удар у вас будет не молниеносным и убийственным, а размеренным, но надежным. Догонять истребителя по прямой даже не пытайтесь, займитесь лучше своими прямыми обязанностями. Если противник сам к вам прилетит, тогда уже примите меры. Заранее поблагодарю тех, кто поставит обзору палец вверх и подпишется на канал. Оставляйте комментарии с названиями самолетов, суть которых для вас не раскрыта, и я обязательно за них возьмусь. Удачи и до новых выпусков!